Дорогие друзья, шановные сябры, сегодняшний урочистый вечер занимает особое место серед новогодних святов. Его герои наши с вами соотечественники. Лауреаты премии за духовное одраджение, люди, яких объединяет высокородное имкнение сделать свет больше добрым и пригожим. Коли вдуматься глубей, то само понятие духовное одраджение для белорусского народа не просто пригожая метафора. Это гимн лёсу белорусского народа. Шмат выпробований выпало на долю нашей родной земли. Але она завжди одраджалась и начинала квітнець еще больше. Стагоддями выховывался, гартовался наш национальный характер. Мы стали больше мудрыми, толерантными, а самое главное – больше моцными у своей веры, у добрыню. Мастацтва, якое народилось на белорусской земле, завсёды мело стваральный характер. Тому богатая спадщина наших предков и сегодня прославляя Беларусь. Имены многих осветников, деятелей культуры, политики, науки заняли почестное место на сторонках сусветного летописа. И мы гоноримся своей историей и землей, родимой славутых людей, наших с вами соотечественников. Ведаем свои корони, ушановываем традиции. Легко принимаем все новое, головное – каб яно не суперечило нашим законам и каштовностям. Во умовах, коли свет губляя духовные ориентиры, імкнемся заховать внутреннюю чистиню. И это отбывается не само по себе, а дякуючи особистому прикладу и активной деятельности чудовных людей с величными идеями, высокородными імгненнями. Людей щирых и бескорыстливых у своих справах. И их праца не вымирается лишбами и некими экономичными показчиками. И она не имеет цены и, безумовно, заслуговывая признание державы, поваги и удячности усяго белорусского народа. Дорогие друзья, сегодня мы чествуем людей с большим сердцем, отдающим свою любовь, внимание и теплоту детям с трудной судьбой. Награждаем служителей церкви, подарившим Новому Завету новое звучание на белорусском языке. Благодарим коллективы, сохраняющие нашу самобытную культуру, авторов и исполнителей, воспевающих любимый край в своем творчестве. Отмечаем всех талантливых деятелей культуры, чьи проекты были признаны лучшими. Вручаем премию «Белорусский спортивный олимп» сильным духом, волевым людям, посвятившим свою жизнь высоким достижениям отечественного спорта. Отдаем дань восхищения белорусским женщинам, их красоте, духовности, заслужившим мировое признание. Мы всегда будем бережно относиться к своему культурному достоянию. Но главная ценность государства – это вы, наши люди, которые своим талантом, творчеством, трудолюбием приумножают его славу. Вдохновляют соотечественникам на добрые дела, являются истинными патриотами своей Родины. Я хочу искренне поздравить всех лауреатов премии «За духовное возрождение». Лауреатов специальной премии и премии «Белорусский спортивный олимп» с заслуженными наградами. Я также, уважаемые друзья, всех вас, элиту нашей интеллигенции, элиту нашего общества, хочу поздравить с Новым годом и Рождеством Христовым. Счастья, добра и мира вам и вашим семьям.
Манаеву Віктору Сергеевичу, ведучому майстру сцены Национального академического театра имя Янки Купалы, народному артисту Беларуси, за значные досягнення в галіне театрального мастерства. Васильевич Марии Викторовне, магистранту Белорусского Державного экономического университета, владельнице титулов «Мисс Беларусь 2018» и «Мисс Свету Европа», за значный вклад в развитие международного культурного сотрудничества, активную доброчинную деятельность.